Хук слева, хук справа и апперкот. В Ненецком округе прошел турнир по боксу. Соревнования приурочили к памятной дате – дню снятия блокады Ленинграда. Турнир состоялся с соблюдением всех противоэпидемических мер в зале единоборств детско-юношеского центра «Лидер». Ольга Руссул продолжит. Несмотря на то, что количество болельщиков очень ограничено в связи с противоэпидемическими мероприятиями, атмосфера как на ринге, так и вокруг него накаляется. Боксер Василий Тайбарей уверенно наносит удары сопернику, но и тот не промах. Спортсмен тренируется 4 года под руководством Анатолия Физюлякина. В планах перейти с любительского уровня на профессиональный. Я считаю, что это самый лучший вид спорта, потому что назначает бой. Ты готовишься, потом смотришь на соперника. И вы выходите один на один в ринг и выясняете, кто из вас сильнее. Еще один юный спортсмен Павел Чупров. В боксе он всего 2 года, но уже достиг определенных успехов. Занимаюсь 2 года боксом. Начал заниматься, потому что до этого я ходил 7 лет на борьбу греко-римскую. И тренер уволился. И мама предложила заниматься боксом. И я такой, ну давай попробуем. И вот начал заниматься. Эльшин готовится к своему бою и болеет за товарищей, которые сейчас на ринге. По секрету говорит, хочет, чтобы была ничья, победила дружба. Трудно тренироваться. Легко в бою. Почему тебе нравится этот вид спорта? Просто он азартный, четкий. Ну, нормальный. Ну, прикольный. Всего в турнире участвуют 12 спортсменов, 6 пар, в разных возрастных категориях. Соревнования проходят в усеченном формате в связи с ограничениями, действующими в регионе. Однако это никак не сказывается на уровне профессиональной подготовки спортсменов. Мы работаем над переоснащением, переоборудованием зала для того, чтобы был самый современный инвентарь. Вот сейчас просчитываем смету для переоборудования зала. Есть хороший тренерский состав, есть возможность отправлять детей на сборы. Поэтому, в принципе, все для хорошего развития спортсменов у них присутствует. Среди болельщиков в зрительном зале губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. Глава признается, бокс получился очень зрелищным. Настоящие бои были сегодня здесь, в этом зале, на этом ринге. Действительно, бои не какие-то постановочные, а настоящие бои. Настоящие, дерзкие, чего только стоит вырванная победа Василия Тайбарея. Кроме того, губернатор еще раз напомнил участникам и гостям турнира, что он приурочен к памятной дате 77-й годовщине снятия блокады. И тем самым хотели сказать фашистам, что невозможно сломать волю советского человека. Невозможно сломать. И вот, вы знаете, сегодняшние бои лишние, они подтверждены. По окончанию турнира глава региона вручил участникам подарки – персональную форму с логотипом Ненецкого округа. Победители и призеры турнира получили медали и грамоты. Ольга Руссул, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».